Есть у меня вот такие две двухевровые монетки, очень красивые, так что правее это отречение королевы Беатрикс от престола в пользу своего сына Вильгельма, а на другой уже то, что королем Нидерландов стал Вильгельм. И поскольку это случилось, раньше справляли как? Было, например, 30 апреля справляли День Королевы. Но поскольку у них все это поменялось, и сейчас правящий король Вильгельм Александр, мужчина, вот, решили справлять День Короля. Именно вот как раз 27 апреля. Более 60 лет одним из главных праздников, отмечаемых в Нидерландах, был День Королевы. Он праздновался обычно и всенародно 30 апреля, в годовщину вступления на престол королевы Беатрикс. Вот традиция этого праздника ведет свою историю с 1885 года, когда либеральная партия решила назначить День народного единства 31 августа, отпраздновав сразу и день рождения принцессы Вильгельмины. Когда принцесса стала королевой, праздник был переименован в День Королевы. А в 1949 году, когда на трон взошла королева Юлиана, праздничная дата переместилась на 30 апреля, день ее рождения. Дочь Юлианы, королева Беатрикс, решила не менять дату 30 апреля в память о своей матери. В 2013 году этот день ознаменован эпохальным событием. Правящая королева страны Беатрикс официально отреклась от престола в пользу своего старшего сына Вильгельма Александра, принца Оранского. Вот. И начиная с 2014 года вместо Дня Королевы в Нидерландах установлен новый праздник – День Короля. Кингсдаг. Причем вот первый День Короля пришелся на 26 апреля 2014 года, а в последующие годы ежегодный праздник Королевского дня установлен на 27 апреля, точно в день рождения Вильгельма Александра. Что-то так хочется сказать, с днем рождения, Ваше Высочество. Вот День Королевы, а сегодня День Короля в Нидерландах. Поистине всенародный праздник, который любят и ждут буквально все жители страны. Это национальный праздник, и у каждого жителя к нему припасен оранжевый наряд. Цвета королевского дома Оранских Нассау. Вот ленты, гирлянды, шары, флаги, которыми украшают улицы, тоже сплошь оранжевые. Особым спросом пользуются надувные короны, которые, конечно же, оранжевого цвета. Всюду развиваются национальные флаги, вывешиваются портреты царствующей особы. Вот праздник начинается накануне вечером с королевской ночи. Лучше всего в эту ночь оказаться в Гааге, где находится королевский дворец. Там проходит большой музыкальный фестиваль, который начинается с 6:30 вечера и продолжается до самого утра. Весь центр города заставлен передвижными аттракционами, игровыми автоматами, каруселями и эстрадами, и на каждом углу установлены киоски, торгующие малосольной селедкой, любимым национальным блюдом голландцев. Главным отличием королевской ночи является изобилие громкой веселой музыки. По всей стране устраиваются пышные торжества, и в первую очередь, конечно, в столице Нидерландов, Амстердаме. День напролет веселится столица Нидерландов, на улицах и площадях не протолкнуться, на аттракционах тоже. Под вечер небо рассвечится фейерверками. С 9 утра прекращается движение в центре города, весь Амстердам участвует в карнавале, всевозможные концерты и народные балы открыты для всех желающих. Праздничная атмосфера, безграничное веселье, особенно в парке Вондела. Самое веселое место – площадь Дам перед Королевским дворцом. Там целый день поют и пляшут молодежь в умопомрачительных нарядах и старики в традиционной одежде. Всех бесплатно угощают национальным лакомством – селедкой. Полиции запрещено вмешиваться в происходящее, поэтому гуляние не знает никаких границ, а к вечеру кругом бродят группы людей на веселе, и трамваи не могут проехать сквозь толпу. Из средств передвижения остаются только баржи, заполненные под завязку. Одним из основных зрелищ – парад цветов.
В Нидерландах обожают цветы, их выращивают и в крошечных горшочках, и на огромных полях. Впрочем, в этом вопросе голландцам скорее свойственен гигантизм. Цветы и молочные продукты составляют основу голландского экспорта. Нидерланды, на долю которых приходится 0,008% поверхности земного шара, занимают третье место в мире по экспорту сельхозпродукции, и при этом в сельхозяйстве работает всего-то 5% населения страны. Как раз к празднику в Нидерландах расцветают тюльпаны, бархатистые, с махровыми краями, вытянутые наподобие узких фужеров под шампанское, или наоборот, огромные и полураскрытые, как маки. Они навсегда остаются в памяти. Целый год голландцы выращивают цветы для гигантских цветочных фигур, которые участвуют в цветочном параде. С огромным воодушевлением участники парада готовят костюмы, подбирают музыку. Все должно быть готово к концу апреля. Дорога от города Алмстер, где начинается парад, до Амстердама усеяна народом. У всех на руках букеты, венки, гирлянды и даже горшки с цветами. Первый апрельский парад состоялся, когда подданные поздравляли королеву Юлиану с днем коронации. С тех пор в подготовке праздника, ставшего ежегодным, принимают участие 10 тысяч человек и 100 миллионов цветов. Вот такой вот. Вот после праздника еще целую неделю в начале мая по всей стране проводятся цветочные парады. Также в этот день в Нидерландах проходят костюмированные ярмарки и свободные базары, где любой человек может прийти и спокойно продавать свои товары. Ну что ж, вот такой вот он у нас день. Этот день в истории. А вообще голландцы — это страна, где официально в любом почти магазине могут продавать или марихуану, или какие-то вот легкие наркотики. И полиции за это никто никого не гоняет, поскольку это вполне официально и законом разрешенное. И вот по этому поводу есть очень много анекдотов. Ну вот, например, месье Бонапарт, какие будут приказания? Война. Но для начала мы возьмем Испанию и Италию. Отличный план. А потом Австрию и Венгрию. Отличный план. А еще надо захватить обязательно Голландию. А зачем? У них отличный план. Кстати, если бы Курильские острова принадлежали Голландии, то никто бы и не спрашивал, почему они так называются. Вот комментатор во время футбольного матча: да, футболисты сборной Голландии буквально парят над газоном. Что и говорить, хорошая в Португалии трава. В одном из аэропортов Голландии был задержан пассажир, который пытался улететь своими силами. Один мужик очень хотел в отпуск просто посидеть на травке, сходить по грибы. В конце концов, он уехал в Голландию. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.